Всем привет! Сайт Playground начал подготовку к новому материалу ТОП-10, тема которого — лучшие игры уходящего поколения консолей. Речь идет об играх только для PlayStation 3, Xbox 360 и Nintendo Wii. Причем речь идет о тех играх, которые уже вышли и не были портированы на персональные компьютеры, а остались исключительно на консолях. А теперь к главному — конкурсу. Итак, одновременно с новым топом стартует конкурс от PlayStation. Суть проста. Нужно угадать, какие игры и в каком порядке будут представлены в итогах апрельского ТОП-10. 5 человек с наиболее точными прогнозами получат ценные призы. А призы таковы. За первое место приставка PlayStation 3 в комплекте с GTA 5 и Gran Turismo 6 и годовой подпиской PlayStation Plus. Второе – портативная приставка PlayStation Vita с картой памяти на 4 гигабайта, игрой Call of Duty Declassified и трехмесячной подпиской PlayStation Plus. Третье – карта PlayStation Network на 2500 рублей. Четвертое и пятое – карта PlayStation Network на 1000 рублей. Подробнее по ссылочке в описании. И тут тоже. Удачи!